я хочу показать свою методику по формировке яблонь, груш. Ну, я как бы пробую. Это такая тема будет актуальна для тех, у кого очень мало места и деревья посажены на среднерослом или сильнорослом подвое. Их люди хотят иметь очень миниатюрные такие карликовые компактные деревья. Покажу свои наработки, и как бы есть в планах еще как бы немножко улучшить эту формировку. Уже буду как бы показывать готовый результат, но сейчас пока такие наработки. То есть я выгоняю каркас, естественно, что это каркас без центрального проводника. Делаю скелетные ветви, несколько штук. Я вообще никогда не считаю, сколько их сделать. Как получается, так получается. Лишь бы это соответствовало таким требованиям для меня, как просветленность всей ветви и удобность, доступность к обрезке и так далее. Ну, в первую очередь я преследую свет. Потому что там, где уже нет света, там начинают отмирать ветки, плохо закладываются плодовые почки, поэтому для меня важна эта раскрытая крона для освещения. Итак, что я делаю? Я делаю так. Выгоняю каркас. Это чаша. Вот так вот. Сейчас видно ее. А потом все ветки я делаю по принципу колонны, как на колонновидных формах. Я их укорачиваю ростки на 4 почки. Те, которые сами выросли и имеют такой небольшой прирост, я оставляю. Потом эти веточки постепенно обрастают плодовыми образованиями. Здесь, здесь, как видно. Я их все оставляю на короткие сучки. Идет скелетная ветвь каркасная. И по всей ветви на расстоянии там, до 20 сантиметров, вот, я ступаю, если сами закладываются, я не трогаю ничего, не вырезаю плодовые почки, они вот и на стволах тут образуются. Но самое главное для меня это то, что такое дерево никогда не будет подвержено обломам ветвей, потому что оно имеет жесткий каркас. Ветви я уже не отклоняю, я уже не даю им бок расти. Вот примерно где-то в районе 2 метров по окружности это крона. В ширину где-то 2 метра. Ветви под определенным углом, чтобы они не поломались от урожая. Ну, еще, может быть, высоту добавлю этому дереву. Ну, не знаю, где-то, наверное, сантиметров 50-70. Вот, наверное, это будет достаточно. Будет где-то дерево 2,20 до 2,50, вот. Максимум. Это максимальный размер дерева, которое, ну, должно быть на участке. И принцип тот же самый. Вот все идет в плодовое образование. Все такие короткие сучки оставляю, все везде вырезаю, укорачиваю. И получается вот такая очень миниатюрная, симпатичная. А самое главное, она, это молодое дерево, оно вот-вот вступит в плодоношение, потому что очень много вот этих кольчаток плодовых уже. Вот. Это предвестники, это еще не плодовые, но они уже будут скоро плодовыми. Поэтому дерево обильно зацветет через год и будет все в плодах. Ну, в общем, будем смотреть на результат, а пока делюсь своими наработками. То есть вижу, как просится вот такая миниатюрная форма на место быть во дворе, а тем более, когда их много и человек хочет получать максимальный урожай на очень маленьких карликовых деревьях, на сильнорослом или среднерослом подвое. В общем, будем уже ждать результата. Я дома практикую, там и груши буду практиковать так по этой схеме, потому что очень много веток ломается, когда под урожаем. Ну и место занимает, конечно, вот 2 метра получается занимает дерево. То есть можно деревья сажать через 2 метра. Вот такие деревья можно сажать через 2 метра, сдерживая силу роста и имея хороший урожай. Ну, в общем, как-то так.